Добрый день, вас приветствует фирма Агросектор. С вами сегодня Глебов Алексей. Сегодня я вам расскажу о системе полива с помощью труб на быстроразъемных соединениях итальянской фирмы Давай. Это очень удобно, быстро и в целом недорого. Особенно подходит для мелких культур, так как спринтеры используются маленькие, на маленькие форсунки с мелким распылением. Как это все будет выглядеть? Значит, у вас будет у вашего водоема стоять насос, кубов на 100, не меньше. Вот такая 110-я труба пойдет. Здесь у нас через сиделку подключается через бочонок шаровый кран. Вот здесь такая мама с резиночкой. И уже от этой мамы подщелкивается труба вот с таким хомутом-защелкой. Вот. Вы потом запускаете на поле эти трубы. Через каждые 6 метров идет вот такая муфта соединительная. Вторая закончилась. Третья труба заканчивается. Здесь муфта резьбовая идет. На 1 дюйм метровая стоечка. И вот такой спринтер АБ. С 8-й форсункой при 3 атмосферах расход около 4 кубов в час и с радиусом полива 18-20 метров. Соответственно, если подобрать на такую систему со 110-й магистральной трубой насос где-то с расходом 100 кубов и 4-5 атмосфер, но давление надо уже подбирать в зависимости от длины вот этой 110-й магистрали. У нас получится работа одновременно 4 таких линий по 100 метров. На 100 метрах будет стоять 5 вот таких спринклеров АБ. Вот. Спринклеры устанавливаются через каждые 3 хлыста по 6 метров, то есть через 18 метров они стоят. На 100 метрах получается 5 штучек. Расход на одной 100-метровой линии тогда получится у нас 20 кубов. 4 ветки будут давать производительность 80 кубов. Соответственно, поливается одновременно 4 ветки по 100 метров, потом закрываются краны, отстегиваются трубы, переносятся дальше. Здесь все это собрано, конечно, намного ближе. Расстояние между вот этими линиями рассчитывается, исходя из радиуса спринклеров. Довольно-таки быстро все это разбирается, собирается. Капля мелкая, перекрытие полное получается. Вот такие упакованные 6-метровые хлысты 76-й трубы. Она довольно легкая, можно где-то по полям ее и на прицепе перевести, и на крыше багажника. 6-метровые трубы вот с таким хомутом позволяют там в считанные минуты собирать линию 100-150-200 метров. То есть мы можем продать уже укомплектованные трубы, 6-метровые отрезки 80-й трубы уже с хомутами-защелками и вот такие муфты отдельно. Также можем уже все отправить это в любой регион, а трубы можно купить на месте, на ближайшем заводе, который производит трубы.